Всем привет, с вами снова Фиоранес. Мы продолжаем нашу очередную каточку, уже четвертую, за клан волков в игре Нордгард. Так, у нас здесь с вами в прошлый раз суета началась. Смотрю, здесь желтенький бегает, территории себе, сука, занимает. Видимо, ему надо будет следующим давать пиздюлей. Красный, ой, оранжевый на меня вроде пока не бушует. Так, там кто-то пиздится. Клан змеи. Relations. Ага, кто-то из них, блядь, здесь змеюка. Понятненько, понятненько. Вот оранжевый, кстати, забегал. Да, ну, моя армия, конечно, оставляет желать лучшего. Так, но я не хочу делиться землями с желтым. Тем более морскими торговыми. Побеждены. Обидно. Опять я с ним не сдружился. Когда-нибудь они будут на моей территории. И мы с ними скорешимся. Но только не сегодня. Так, еще нам по-хорошему камушек поковырять. Есть где-то у нас на территории остатки камушка. Есть металл. Есть, но далеко. А, вот здесь есть. О. Красота. Кто напал? Не-не-не-не-не, братан. Мое. Не всрань. Так, шпионов у нас нет, а надо бы. Так, разведайте вот эту зону нужно. У нас вроде пока все неплохо, хотя, конечно, еду я бы прокачал. Нужны камни. Возьму сюда. Потому что золото пока не в таком количестве, чтобы я камни мог свободно покупать. Так, волки у нас есть. Я бы еще вот это качнул. Вот, славно. Так, здесь, наверное, будем брать... Вот это, плотничье дело. А, стоп, у меня еще и вот это не взято. Окей, значит, чеканку. Чтобы торговые пути больше золота приносили. Короче, надо вот до этого дойти, до Берсека. Торговать можно даже во время войны. Прикольно. Так, ты закончил с инструментами. Давай сюда. И ты сюда поплывете. Так, брателло, ты давай камушек собирай. Ты им помоги. Все равно от призраков толку никакого нет, я смотрю. Так, шпиончик, давай дальше. Я думаю, надо эту зону отжимать, тем более она боевая, я смотрю. Норна, башня. Так, хватает предания. Чеканка. Подлечились. Одного берса не хватает где-то. Я и думал, у меня вроде побольше их было-то. Такс. Ага. Камни ковыряют вместе. Тогда давай-ка, наверное, на древесину. А ты, наверное, на... Бля, мне еда нужна. Здесь есть охота, и здесь есть охота. Здесь даже есть металл. Ебать, нападаем. О, второй сейчас получится. Папа пришла.
А, это клан рыси. Все, я понял, кто это. Я думал, это крысы. Так, нужен солдат. Давай боевую эту. Так, ты давай разведывай. Сейчас мы нанесем удар еще по ним, и будет все за яйцом. Рысь побежала. Бля, точняк, мне что-то с рысью пиздец придется. Так, окей. Окей, окей. Качаем здесь. Братан. Сюда. Надо повышать хавку. Ну, уверен, событие отменено. Да. Это, короче, событие, я когда закон коня играл, встретился с ним. А по карте появляются самоцветы, их определенное количество в залежах. Вот, и типа вы ковыряете эти самоцветы, у вас вот здесь дополнительная валюта появляется. И потом в какой-то период, короче, появляется как сбор на костер, и эти самоцветы надо отправлять гномам. Ну, я просрал, но вроде как они должны присылать эти. Ты что, еще волк проебал? Да. Они должны присылать камни и металл. Чё, колонизируем, я думаю. Ещё булки-то мять. Так, здесь есть место, можно строить. Чё ещё сюда воткнуть можно будет? Я думаю, еще один лагерь медиков. Разведчик поранен. Бля, хуёво, братан. Иди сюда. Ты в разведку. Хоть терять поселенцев. Кстати, что-то подлагивать немножечко приятно. Так, сюда. Кто напал? Рысь напала. Солдат проебал. Нет, не проебал. Все живы. Так, во-первых, зима. Зиму мы не вытягиваем. Надо повышать хавку. Давай-ка вот это отремонтируем. От этого толку никакого нет. Рыбное хозяйство толку нет. Домик имеет смысл. Лагерь щитоносцев имеет смысл. Правда, дерево у меня дохуище теперь. Так, торговый путь. Я хотел бы с кобальтами, конечно, но у нас их с вами нету. Давайте слейв. Древесинкой торговать. А, это лес. Так, вот это еще чини. Может быть, даже домик успею. Так, это сразу грейдим. Давай, 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 ремонт. А, у нас еще сюда по берегу есть. Короче, да, клану Кракена, смотрю, территория пиздатая генерится. Бля, даже любопытно стало за клан Кракена сыграть, слушайте. Так, у нас почти эта хуйня откатилась. Я думаю, сейчас мы нападаем сюда. Здесь чё, блядь, рыси, бабка. А, еще лучники есть. Бля, я проебываюсь, кажется.
Так. Двух персов нужно. Раз. Два. Так, начну здесь. И давай сюда. Дружину надо держать регулярно прям. Так, здесь есть склад, есть эта обувь, да, отлично, сейчас починимся, я думаю. Это карман, я думаю. Да, это карман. Но он не представляет угрозы. Реликвий мудрец. Херня. Так, чешите-ка мне вот сюда. Жертвенный источник мне, в принципе, здесь не нужен. А вот это я бы починил. Так, ага. Что мы можем улучшить? Наверное, тебе тоже сюда на охоту надо. Так, ты на ремонт пиздуй. Ты тоже на охоту. Тем более карманчик, здесь нам особо ничего не угрожает. Сейчас еще здесь починим. Правда, не качанное, но сойдет, ладно. Как-нибудь переживу. Так, щитоносец жив, три перса, йотун и три волка. Отлично. Бригада фуловая. Камень вы тут раздолбили, насколько я помню, да? Да. Это сносим. Так, здесь, я думаю, вот ничье дело. Дальше и переговоры, и скрытые угрозы нужно брать, и то, и другое. Так, хорошо, еда поперла. А есть еще где-то камень? Интересно, я могу территорию йотунов колонизировать, или это будет объявление войны? Я бы не хотел, конечно, с ними воевать. Во-первых, они, блядь, жирные, их, блядь, трое. Во-вторых, я не хочу терять свою поддержку. Можно камень тут ковырнуть, попробовать. Так, исследователь получил пиздов. Это, походу, конунгская вот эта вот лабуда, или как там она называется. Вопрос, где у рыси... Опа, тут он хапчик собирает. Интересно, эти приманки я смогу оставить себе или нет? Я бы оставил, там охота пиздата развивается. За счет этого. Так, а еще надо медиков насаживать. Бля, здесь даже не построил еще. У меня еще такое у самого будет. Так, чеши сюда. Да, это алтарь конунгов. Источник урт. Бля, надо занимать территорию охуенную. Так, собирай здесь, наверное, ягодки. Ты давай ковыряй камень. Ага. Бесплатная колонизация сейчас подъедет. Бабёха готова. Топить сюда. Когда же эти малюм пизды-то уже дадут, а? Беги, братишка! Беги, пизды дадут.
хорошо отбили. Бля, еще бы медиков качнуть. Короче, дохуя что качнуть надо и построить, мне кажется, консульство. Где оно, кстати? Вот оно. Минимум одну вражескую ратушу. Бля, ну ладно, допустим. Мне кажется, надо разведать ратушу клана Медведя и бросить, как бы, конкурировать с ним. Рысь, счет, все плохо. Крысы вообще в жопе, походу, сидит, судя по славе. Племя Муспельхейма. А, пламя. Это релик ихный. Я понял. Ну, короче, все делают, в принципе, релики как раз-таки эксклюзивные. Чё, попробуем захватить? Они тут, тем более, сейчас он с кем-то подерутся немножечко. Стали мне. И мы такие, оп-оп-оп-оп-оп, вечер в хату. Сейчас повысим эффективность лечения. Заебцом. Так, давай в разведчики. Сюда на разведку. Так, счастье есть. Если что, здесь готова пивоварня. Хватает только рабочего туда. Так, ты чеши сюда. Сейчас будешь чинить. Лагерь щитоносцев и алтарь конунгов и, наверное, пивоварня. Ой, бля, жалко. Кто так нападает, я не понимаю. Этот коричневый же или желтый? Мне что-то по свету, блядь, похоже. Отлично, все, это говно больше никому не будет угрожать. Этот год будет голодным. Хуёво. Так, источник не нужен. Я бы вышечками укрепился. В принципе, домик не помешает. Так, прекрасно, золотишко у нас попёрло. Можно улучшаться в торговле. Пачка наша живая. Хорошо, хорошо. Это что у нас будет? Воин больше хпшки, метатели дальше кидают, эти более устойчивые. Костер очищения какой-то, ёптать. Походу где-то у фракции еще интереснее специфика. Так, ну у нас стандартная, так что у нас это хп, область и устойчивость. Сойдет. Так, с пославием мы уже обогнали известные кланы, но здесь еще есть три. Клан змеи, по-моему, славу вообще не набирает, насколько я помню. Так, зима пошла. Иди охотиться. Так, это тут камушек еще ковыряет, камушек еще 18 штук. Прекрасно. Um...
могу здесь корабельную док-то поставить, да? Да, могу. И что это? Ладно, допустим. Корабельный док. И таверна. Есть. Здесь, значит, корабельный док. Ты будешь же всех отключать, когда кракен приплывет. Так, пошел пиздец. Кстати, мы этот пиздец, в принципе, легко переживаем. Нам не критично. Так, хижина знахаря. Я думаю, метателей топоров. Разведчиков пизданули. Ну ладно, сейчас разведаю, тогда закину его с забуду. Что еще? Еще два места. Рынок. И копать, что еще поставить? Есть предание. Берсы и башни. Так, и качаем счастье. Все. Заебись. Так, здесь у нас все функционирует. Здесь можно на еду насесть. Все, нападем под покровом снега. Я вовремя съебал, кстати, еще и ловушки активировал. Он же падла. Дух медведя, духи волка, ёб твою мать. Да, жестковато будет. Нужны щитовики. Нужно посольство, кстати. Думаю, вот здесь вот пригодится. Так, это пока не качаем. А чё качаем? Чё качнуть-то? Лесорубов, наверное. Хотя древесина и так неплохо идет. Здесь они качаны, здесь качано. Пристань. Ладно, еще 5 нарбашек загрейжу. Чем это говно сносить? Вопрос. В принципе, погнали. Отлично. Завоевателя. Отжимаем эту зону. И нужны солдаты. Солдат-то нету. Сука. Так, разведчик отсыны был. Так, мать, иди в щитовики. Подхилишься и в армии нужна. Хотя нет, подожди. Дипломаты. Иди сюда. И все будет хорошо. Так, ты... А вот ты, наверное, в щитовики давай.
Бля, чё, герой проебал. Пиздец. Ладно. О, бля, да. Жизнь тлен. А я же могу использовать, да? Вам нужно получить знания охотничьей добычи. То есть не могу. Либо могу, но нужно знание Мимира найти. Где оно? Хуй его знает. Не здесь. Дом улучшенный, не улучшенный. Туда же. Нет, территория-то не сильно нужна, я скорее так. Так, щитовичок. Чеши сюда. Так, о, отлично. Герц уже почти восстановился. Это радует. Так, ты в дипломаты, а ты... Хуй знает куда. Давай сюда. Так, соперничество с кланом Медведя. Давайте на городское сотрудничество. Чтобы быстрее народ приезжал. Металл не тратится, прекрасно. Что-то у меня одни бабы в строю, по-моему. Хотя они есть, вон и пацанчики. Так, еще волка одного проеб. Давай сюда. Так, надо желтого довынести, я думаю. Тут и древесинка у него. И оленятинка. Здесь уже оранжевый. Бля, с оранжевым вообще на жопу будет. Он там, бля, разросся, я хуею. Но причем странно, на меня не нападает. Нужно найти, где у желтого столица, блядь, и занятия. Так, у тебя есть? По идее, есть. Это к нам идут? Да, это... Нет, это шпионы. Окей. Я ж пиздец хотел. Чё, давайте нападем. Что, мы древесины? Тем более, зима скоро. Да, за счет этой способности можно намного пищи воевать. Мне кажется, оно быстрее откатывается, чем я набираю еду, особенно на поздние века. Плюс мы еду не тратим, у нас всегда есть запас, даже к суровым зимам. Бля, прикольно, прикольно. Любопытно еще за клан оленя, у которого бусты есть всякие на добычу и прочее. Потеряли? Не, никого не потеряли. Хуяси. Ой, бля, ветряки приближаются. Так, делаем дешевле рынки. А, увеличивает урон, который защитная башня получает от ваших бойцов. О, вот это, кстати, пиздатая тема. Осаждать будет проще. Бля.
башню ставить. Кстати, мне здесь не нужна, получается, здесь и здесь. А туда ты что, волк смог? Ебануть. Так, население пока еще может расти. У нас еще здесь есть хавчик. Давайте его качнем. И складик качнем. Прекрасно. Так, братишка, не грусти. Иди в разведку. Так, сейчас будет веселушечка. Волки, давайте сюда на подстраховку. Здесь, если что, смогу солдат сделать. Персов. Тусите пока тут. Так, хорошо, у нас дохуя жрачки, кстати. Так, эти продолжают лечиться. Этого мы отрезали, это нам не угрожает, само сгорит. Нужно найти столицу. Блять, брателло. Вообще не там смотришь. Вот сюда иди. Или даже лучше вдоль берега. Да, лучше вдоль берега. Так, это каменоломня мне не интересно. На нас напали. Кто? Где? Я понял. Где волки? Почти как чувствовал. Так, бля, мне интересно, где источник Мимира? И что за технология у нас там доступна? Так, так, так. Можно качнуть еще дровосеков. Можно, я думаю, начинать забивать охотников этих. Население пока вроде ползет. Можно качнуть домики. Так, у меня вроде еще рынок был. Красота. Так. Можно бы загрейдить... Бля, может кузницу? Еще дохуя что делать? Вообще да, инструментов еще много. И рискнем. Камня много, денег много, можно и пожировать, правильно? Так, это отменяем. Что-то развить можно. Так, здесь раскачали, здесь еще не построено, и здесь еще не построено. Братан, строй. Что хуево-то? Так, разведчик опиздюлился. Сейчас надо будет его куда-то перетаскивать.
Бля, по идее Кракен шторм плывет, давно его не было. Ох, не нравится мне это. Так, давай в разведку. Чеши сюда. Разведывать здесь. Так, ты чеши в охоту. Самое главное, чтобы было древесина и была еда. Золото у нас, в принципе, есть. Йотунов колонизировать я пока смысла не вижу. Это строит. Хорошо, все построит, значит, поплывет. Здесь все готово. А здесь все хуево. Кстати. Йотуны побеждены Кольби. Бля, что там за Кольби такой? Клан Змеи, по-моему. Всех хуярит. Бля, вот мне повезло с кланом Медведя, он меня не прессует. Да, конечно, с ним будет потненько потом, мне кажется, но... Пока меня не трогают, я этому рад. Кстати, пшеничка есть. Пшеничка, золото. С кораблей. Пизду сюда. Так, этого буду тоже мы держим. Казармы мне пока другие не нужны. Это лагерь щитано. А, вот, лагерь его метателей. Еще домик ебанем? Я думаю, да. Ставлю еще док. И здесь потом еще док. И все. Мне кажется, морские эти мне больше не нужны будут. Ну, еще вот здесь можно будет. Хотя хз. Так, качнуться бы. Оно пограничное. Где вот. Хорошо. Так, я бы еще с удовольствием нарастил бы армию. Стой. Давай сюда. И тебя. А следующих, наверное, сделаем метателями. У нас 4 берса, 2 щитовика. Ну да, нужны, наверное, метатели. Чтоб стояли и накидывали. Хотя их в первую очередь обычно пиздят. Наверное, одного щитовика и 3 метателей. И все, у нас будет пачка из 10. Вполне себе. Плюс волки, герой, йотун. Хотя кто-то из них, по-моему, идет. Нет, в расчет никто не идет. Эти все дополнительные юниты. Приятно. Ебать! Я уже рядом. Мне, блядь, один шаг, и мы выиграли. Я понял. При деколонизации в зоне получает плюс 30 к здоровью. Ну, давайте, чё нет? Интересно, а здесь карманчик? Было бы, конечно, славно, но судя по деревьям, не, нихуя тут не карманчик, еще нихуевая территория. Там, кстати, есть режим завоевания, надо будет тоже посмотреть, что это такое. Сюжетка-то понятна, это, видимо, надо сюжету идти, завоевывать, открывать, что-то выполнять, делать. Пока не очень горю желанием. Какой есть неработающий рынок, блядь, сам рез накопил. Ништяк. О чем я и говорил. Но этого следовало ожидать, он уже давно не появлялся. Прервать походы. Ну их нахер. Так, разведчик опиздюлился. Так, мужики. Идите в армию.
мы соперничаем, это мы захватим. Тут все хорошо. Здесь все не очень хорошо. Мне кажется, надо выстроить сторожевые башенки. Оно, конечно, сейчас все здорово, но... Надолго ли? Кстати, здесь можно рыбу ловить. Стоять, это не рыба. Рыбка. Складик. Рыбочка. На нас рысь напала. Брысь. А ну брысь. Блять, духи дебучие. Пацаны, торговля это охуенно, но нужна армия. Отрезали. Пропали, духи пропали. Бля, я думаю, надо вот сюда ударить и закончить игру. Нахуя мы отсюда не ударим, да? Так, волки. Сюда. О! За яйцом! Клан крысы вперед! Подъедут. Отлично. Фрейдис. Так, йод, ты нам танчик пизде мы, сука. Все, блядь, наше. Клан Кракен атаковал Лейф, неизвестный это. Ой, нас опять пронесло, кстати. Это хорошо. Он, может, атакует именно тех, кто плавает, а из-за того, что я нихуя никуда не плаваю, он на меня и не агрится. Так, мы потеряли одного солдата, кого? Берса, наверное. Давай тебя сделаем метателем. И все. Так, зиму мы уже спокойно переживаем. Единственное, с золотом тяжело. Да, он по всем подряд хуярит. И в медике. Так, и вы трое тоже в медике. Так, у него уже есть, кстати, неплохие солдаты. Надо нападать. Да, он первым делом метатель вылезает. Блять, ну медведь, ну ты серьезно? Пидорас. Ой, сука.
Ладно. Когда-то это должно было случиться. Так, кого мы потеряли? Одного берса, одного метателя. Хуёвая армия, кстати. Жопа. Покупаем металл. Улучшаем солдат. С этим мы закончили. Сюда он напасть не должен. Здесь все защищено. В том случае пошлите пизды давать медведю. Типа какого хуя? Берс. Тоже берс. Нам полезнее сейчас берс. Так, шубы или захватчик? Наверное, захватчик, чтобы башенки лучше сносили. Берем волков. Ох, сейчас будет пизди. Пиздич. Давай тоже в берсов. Еще кто-то здесь, кажется, оставался у меня или нет. А, не сюда метателя. Бля, метателей почти нет, ну ладно. Ох, сейчас будет реально махач. Апгрейдим здесь. Апгрейдим метателей. Апгрейдим это. Давай-ка тебя в щитовики. Хотя стой. У нас где-то щитовики еще здесь. Вот, 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 вот. Отлично. Ах ты ж крыса! Блять, там чё, сговор что ли? Как быстро, главное, как накопил-то, нихуя себе. Попадаем. Так, слышь, чертила? Мне кажется, у тебя лишний, блядь, регион. Так, итого, потери. 4 перса, 4 щитовика, 1 метатель. Потери нехуёвые. Да, у меня не так быстро, блядь, народ прибывает. Хотелось бы. Давай, давай, давай. Нехуй. Так, сюда собираем войска новенькие, свеженькие. Волки сдохли. Один. Хорошо. Вернее, не хорошо, но что поделать. Колонизирую, сейчас снесу к хуям. Мне это ничего не стоит, а он пусть еду тратит и потом восстанавливается. Херам. 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 А мы пошли к медведю.
Пусть перехватывает, его в любом случае это задержит, пока я буду развлекаться с медведем, чтобы не было опять этих ударов в спину, как сейчас. Я армию отвел, а там, блядь, крыса подсуетилась, пришла. Так, еще надо на золото начинать устанавливать торговые пути. Так, дальше, наверное, да, захватчик, потом медицина. Потом колонизация, шубы. Ученый, наверное, в последнюю очередь, она мне меньше всего нужна. Силы есть, ума не надо. О! Ёб твою мать, как это сносить, а? Тут, блядь, и ополчение, и персов пачка целая. Я хуй знает. Пачка. Ну, арм, блядь, раза в два, наверное, больше моей. Полтора точно. Отлично. Маленькая победа. Так, пушки вы выковали, пока что вы не нужны. Инструмент будем делать чуть попозже. О, отлично. Пачка, блядь, разбили эту его армию. Отойдем. А чем ему моя хижина, блядь, не нравилась? Вот же ж, сука. Так, у него алтарь конунгов прямо здесь. Это заебись. Колонизируем себе обратно. Чеши сюда. Все. Все, отлично. Медведи тоже разбили. Бля, вот боты немножечко туповаты. Вообще в ахуе сидит, походу. Ну, у крысы армия говно. Так, эти регионы держим. Блять, здесь тоже может быть золото, блять, потом, если что. Хотя, мне кажется, если я эти все задействую, тут уже будет все прекрасно. Так, и учебный лагерь. Все. Так, нужны волки. Хорошего бы, наверное, еще солдаты. Так, у этого откатилось, сейчас откатится. Я думаю, сейчас мы захватываем вот этот последний регион, серию закончим. Кстати, про захват региона. Мне что-то кажется, его нужно делать уже сейчас, пока здесь 4 солдата. А, я говорю, даже не 4. Да, быстрее стоит. Не, не, ну, ты... не, я хочу себе алтарь конунгов сохранить. Давай, перс. Ты строй. Наш щитовичок еще пригодится. Тут, блядь, на озерах сидит. И это, наверное, захотел прикарманить. Что-то желтый прийти, блядь. Он, походу, реально или его разносит, или он в ахуе сидит. Красотища. Mm-hmm.
Так, все, одни моряки на полную херачат. У нас тут есть бес. А здесь наш щитовичок, нет? Нет, здесь никого. Не-не-не-не-не, еще здесь надо построить, братан. Кстати, у него столица особо не грейженная. Плохо! Ремонт. Где еще? Ремонт. Третье. Бля, далеко. Давай, ты на ремонт. Медицина и источник Мурта с двумя этими хилиться вообще охуенно должны. Ремонт. Так, построил, починил, красавчик. Ты тоже. Так, построил. Бомбили. Давай в щитовики. Торгаши. А, ну и все, у нас больше нихуя не осталось. Надо будет еще дракар запускать. Так, щитовик. Ну, здорово! Надо отгонять от границ, блядь. Рыбка у него и пшеничка. Оленей только не хватает, что-то его обделили. Так, ну насчет рынков-то я не знаю, я вот это только сохранил. Давай ремонт. Это снесем. Маленький кэшбэк. Все, слушайте, прекрасно. Идеально идем. За эту серию еще снесли один клан. Нехило так и продвинулись. И потихонечку даем пизды медведю. Единственное, напрягает еще крыс, которая там что-то притихла. Надо будет их искать. Но это будем уже делать в следующей серии. Ну а сейчас с вами был Филранес. Всем пока и до новых встреч.